Всех приветствую, добрый вечер. Сегодня у нас тема, выхожу буквально на 30 минут, тема нумерологии нового времени, которая на сегодня имеет особую роль в жизненной способности проживания человека. И накопилось очень много вопросов. Хотела бы пояснить эти вопросы. И так как считаю, что этот курс особо важным, и Хамиля об этом очень много говорит, поэтому хочется пояснить более глубоко, почему именно нумерология нового времени имеет особую роль в жизни каждого человека. Лихмиту, Божижукору, Босентемида, Машер Карбата. Я вас всех приветствую, Бихинаку, Мошижукурбота. И действительно, я настояла на этой форме, чтобы активировать работу информационной поточницы, потому что не все люди Лихмиту, Мошижукурбота осознают, насколько цифры в системе матричных основ, матричной работы имеют свои показатели Бихмиту, Мошижукурбота. Потому что мир действительно состоит из цифровых показателей Бихмиту, Мошижукурбота. И вы в том числе сами из этих основных параметров, которые выстраиваете Бихмиту, Мошижукурбота в каждой основе. Лихмиту Масантимашер Бошурботы. И нумерология в изучении новой материализации Бихмиты Машербаты не просто расчетная система Бихмиты Жербошурботы. Нумерология говорит о том, что вы в содержании своих осознанных состояний Бихин Масантимашербаты, работая в информационных полях, работая над собой, имея свои базовые материализации Бихин Машербошурботы, абсолютно в этом живете. Лихмиты Масантимашербаты. И, соответственно, при осознанном подходе, при знаниях Бихмиту Жербошурботу, можно улучшить свои фундаментальные жизненные способности Бихмиту Машербошурботу. Можно за счет цифр активировать, осознавать этот процесс Бихмиту Машербошурботу и, соответственно, выстраивать глубинные и качественные жизненные способности. Лихмиту Масахрабата. И именно этим показателям хочется вас научить Бихмиту Машербот, потому что цифры, они созданы не просто так, Бихмиту Машербота. Цифры не просто расчетный эквивалент несут Бихмиту Жербошурботу, которые вы привыкли выполнять в основе своих осознанных функциональных форм Бихина Масантимина Машербошурбота при расчете денежных эквивалентов, при математике Бихмашербота, при каких-то экономических, финансовых показателях, прочих-прочих форм. Они несут глубину более мощную по сонастройке. Лихмиту Масербата. Этой глубине Бихмиту Курбошурбота вам нужно научиться, чтобы максимально многогранно раскрыть свою способность, ваших возможностей на сегодня. Лихмиту Масантимина Машербошурбота. И, соответственно, создано знание Бихина Машербата. Создано знание, на которые я особо обращаю внимание, которые несут действительно колоссальные формы изменений. Бихмиту Машербота, потому что эта система запустилась не просто так. Она запустилась для того, чтобы вам помочь Бихину Масантимашербашербата абсолютно все программировать в своих системных базах, Бихмиту Машербашербота, чтобы улучшать вашу качественную жизненную способность только потому, что вы, Бихину Курмашербота, можете обладать знаниями по цифровому носителю и, соответственно, активировать эту форму. Лихмиту Машербашербота. И вы живете в цифровом мире, который Бихмашербота создан в монадической системе, то, что называется Богом-Абсолютом, Лихмиту Машербота. И вы точно также созданы сами из цифровых носителей, каждая цифра имеет энергию, Лихмиту Машербота. И здесь очень важно понимать, что вы на Земле, вы присутствующие в материализации для своих форм, для своих сонастроек, Бихмашербота. И каждая цифра, которая имеет действие в вашем состоянии физической реализации, оно естественно Бихина Масантимашербота прописано для функциональности, для событийной формы. Бихмита Машербота. Ни одна цифра не заложена просто так. Посмотрите, у вас весь мир зацифрован. Номер квартиры, улицы, Бихмашкан, телефоны, вы сами, Бихина Машербота. Дата ваших документов об Бихмиту Жукон, дату ваших форм рождения, Бихин Масантамаш Башрбат. То есть абсолютно везде фундаментально выстроены цифры. Бихин Масантамашхат. Вы даже живете в доме, либо в квартире, где обязательно несет обеспечение цифровой модули. Либо словом определено Бихмиту Жукон, например, название улицы Бихин Машрбат, который тоже исчисляется цифровых модулей, которые тоже индексированы в коды событий через цифры для того, чтобы вам пройти определенный опыт. Миту Масантамашрбата. Этот опыт абсолютно заложен в фундаментально событийной основе, и все информационные поля, они заложены именно в кодовых показателях. Лихмиту Масантамашрбата. Также вы пришли к определенному фамильному ряду, пришли к этим родителям, которые вам дали отчество, и вы, соответственно, выстроили с ними взаимосвязь. Миту Жукурбота, душа, выбрав этот опыт, естественным образом пришла тоже не просто так, в определенные цифры, в определенные
системы, бихинмасантамашакада. Поэтому хочется вам показать эту форму системы активности работы бихмитажакан, потому что это система будущего. Я вам говорила о том, что вы в скором показателе выйдете в этот цифровой мир, бихинмашабада, где цифры абсолютно определяют все, и показатели тех возможных ресурсов, которые вы используете на сегодня, бихимишакада, в виде паспортных данных, в виде банковских карт, в виде физических каких-то возможностей, договоров, документооборотов, лихмитамасантамашакан, где вы заполняете абсолютно все свои данные, это все цифры играют роль, и, соответственно, бихмашакан в ту дату, когда вы заполняете лихмитамасахармашашгурбошакода, когда вы ведете подпись в определенную дату, это же все материализованные формы, которые имеют свое значение на определение. И когда человек будет осознавать и понимать митамашакода, в какие даты, например, подписать договор бихмишрбата, либо в какие даты прийти к функциональным финансовым потокам и заключить с банком договор бихмитамашрбата, либо какую квартиру переехать, либо какой номер телефона взять лихмитамашрбата. Еще более активно сейчас будет работать функциональная система, которая называется код ID, бихмитамашрбата, где абсолютно в спектре этой программы бихмитамашрбата в одном коде в вашем носителе, в ваших формах бихмитамашрбата будут абсолютно заложены все фундаментальные программы всех документооборотов, и в том числе вы. Лихмитамасантамашакали. И здесь как раз возникнет новая история бихмитамашрбата. С какими цифрами вы пойдете в эту новую цифровую матрицу, и как вы будете дальше латать свои события. Лихмитамасантамашрбата. И, соответственно, здесь важность вашего уровня сознания, насколько вы сможете синдексировать форму. Сейчас этап такой, что бихинамасантамашрбашрбата, что вы сейчас будете собирать имена себе по цифрам для того, чтобы качественно отработать эту матрицу. Вы уже понимаете, какая цифра что несет. Лихмитамашрбашрбота. Вы обращаетесь друг к другу по функциональной форме имен, и, соответственно, эти имена тоже имеют действие в определении определенного энергосодержания. Лихмитамасантамашрбата. Соответственно, у вас каждому человеку есть определение именного порядка. Бихинамасантамашрбашрбата. И вы называете по-разному людей бихмитамашрбата. Это имя по-разному в совершенстве бихинакурмашрбата. Из ваших уст определяется определенная вибрация по потоку. И вы именем, обращаясь к митамашрбота, вы включаете определенные цифровые модули. Лихмитамашрбата. Соответственно, эти цифры, они дают возможность вырабатывать энергию между вами, соответственно, вы сами творцы своего состояния. И когда вы будете понимать эту глубину сонастройки бихмитамашрбата, кому как обращаться по имени, какие функциональные цифры себе собирать, лихмитамашрбота, как выстраивать источник системы функциональной работы, естественно, это даст свои ресурсные и качественные показатели. Лихмитамашрбата. Это система будущего. Вы приходите к новым возможностям осознания, когда сознание может состроить себе абсолютно любую форму программных основ. Лихмитамашрбата, любую форму энергии заложить на порядок. Бихмитамашрбата, любую форму энергии включить между собой. Бихмитамашрбата, любое содержание систем программ записать в свои ресурсные составляющие, соответственно, определить свой путь. Бихмитамашрбата, например, вы попадаете в квартиру 48 бихинамасантамашрбата, не понимая того, что вы проходите глубочайшие энергетические и кармические связи бихмитамашрбата. А если бы вы знали о том, что, например, эта квартира несет такие уровни активности, вам было бы проще бихмитамашрбата купить новые возможные составляющие бихмитамашрбата, работы цифровых модулей, где бы вы совсем по-другому проживали. Но вы получили в моменте эту форму бихмитамашрбата, вы неосознанно зашли сюда, бихмитамашрбата, и эти программные цифры, естественно, работают всю жизнь на вас. И вы в этой квартире можете проживать всю жизнь, лихмитамашрбата, эта цифра будет постоянным бихмитамашрбата, источником вашей программной формы. Лихмитамасантамашрбата. И здесь важность в каждой цифре, цифры абсолютно везде, лихмитамашрбата, на какой вы улице присутствует, в каком районе, в каком городе, бихмитамасантамашрбашрбата. Это ваши программные формы, это ваше программное обеспечение, это все цифры, это все коды. Лихмитамасантамашрбата. И задача наша научить вас этому новому уровню обращения, бихинамасантамашрбата, для того, чтобы вы пришли к этим новым качественным показателям, соответственно, вы имели возможность обеспечить себе путь более качественной жизненной основы. Лихмитамасантамашрбата. По тем параметрам, которые вы сможете уже рассчитать, которые вы сможете вызвать себе на высокие формы работы и, соответственно, тут же создать энергию, чтобы не тратить энергию на то, чтобы пройти этот путь системы определенной цифры. Бихмитамасантамашрбата. Чтобы сразу заложить параметры фундаментальных программ и, соответственно, в качестве перейти через эти ресурсные составляющие. Лихмитамасантамашрбата. Жукур больше, жукур больше, жукур больше, жукур больше. И на сегодня все больше и больше вы будете
приходить к этой новой цифровой системе Бихмишикана, которая несет обеспечение абсолютно во всем, в том числе электронных деньгах, в том числе виртуальной связи, в носителе, в работе, в работе с искусственными интеллектами, в сонастройке, это все система будущего. Настолько велика работа в знаниях в цифрах, чтобы обеспечить вам путь будущего, вам необходимо просто обладать этими знаниями. Ваши вопросы для того, чтобы раскрывать ваше осознанное состояние, потому что это очень важно, и здесь очень важно не упустить время, здесь очень важно зайти в эти осознанные фундаментальные формы знаний. Вы же пришли к этим знаниям фундаментально, вы в школе учили эти цифры, вы учились их писать, вы учились звучать, вы учились применять митежокрабат, но это фундамент, его мало, это фундамент, который каждая единица души на функциональной работе бихмашикан по событийному ряду прошла определенный опыт, и здесь, естественно, заложены физические программы низких форм. К чему вы здесь пришли, и, соответственно, что заложили на параметрах? Ваши вопросы. Значит, у нас есть несколько вопросов, которые интересовали вас, и, соответственно, сейчас мы ответим, чтобы вам раскрыть эту тему более глубоко, потому что у нас буквально скоро сейчас опять будет курс по нумерологии, и я тоже считаю очень важный курс, потому что цифры – это все, это Бог, это основа, и здесь важно понимать, в чем же ресурс, все-таки глубину надо знать. Первый вопрос. Насколько будет велика потребность у людей в мастерах нумерологов в ближайшие 5-10-15 лет? Это самая эффективная система профессии, которая организует состояние работы информационных потоков и цифровых модулей. Потому что это работа программированных систем, работа программирования, в том числе искусственных интеллектов и программ, бихмашработы каждого поля в основе, то, что проходит человек. Поэтому не только 5-10-15 лет ближайшие, но на ваш век активности это фундаментальное, качественное, новое содержание бихмиты-жукурбо-шукурботы, профессии, которая дает возможность максимально качественно реализовывать каждого из вас. Поэтому учитесь этому функциональному коду бихмиты-жукурботы. Вы сможете получать людей, потому что это новая форма системы возможностей жизненной способности, основная, при том фундаментальная, бихмиты-жукурботы. И, соответственно, первопроходцы, освоя эти задачи, освоя бихмиты-жукурботы, функциональные инструменты, будут получать людей, своих детей и, соответственно, выводить в поколение. Насколько мастера нумерологии нового времени именно в обучении будут высокооплачиваемы в сравнении с остальными профессиями в 4D? Будут ли нумерологи в ведущих позициях? Нумерологи будут в ведущих позициях. Это основная фундаментальная функциональная профессия, которая даст возможность максимально рассчитывать этот мир, не просто рассчитывать, но и проводить расчеты, которые функционально влияют на состояние судьбы. Потому что вы все зашли с определенными параметрами, с определенными базовыми показателями, с определенными фундаментальными знаниями, и вы уже настолько осознанны, что вы можете сотворять свой мир. Вопрос, какие вы инструменты применяете, какой уровень сознания у вас, но уровень знаний, цифр и слов, это новая форма системы качественной жизненной способности любого человека. Поэтому этот инструмент нового поколения, который абсолютно будет значим в функциональной работе, абсолютно в знаниях определяется, даже в образовательных учреждениях и он в очень скором времени придет в школах, в садах так же, как вы учили эту стать и проходили эти базовые знания по цифрам просто другое время, более качественная настройка, более глубокая функциональная работа над цифрами в потоке для того, чтобы ввести содержание полей и, соответственно, в 4D формате это профессия, это мастер, который будет обладать информационными знаниями, делиться, будет достаточно высокооплачиваемый, будет востребованы как функциональная форма, потому что мир цифровой.
Вы ранее говорили, что на курсе мы также научимся составлять для себя любые индивидуальные коды на здоровье, на финансы, на любовь. Это так? На каком году обучения планируется выдать эти знания? Олег Митомас, Митомаш работа. Абсолютно в скорости будем работать, Митомаш Робош работы, и материализовывать с каждым уроком все больше и больше на ресурсном состоянии для того, чтобы вы внедрялись в настройку физической матрицы. Олег Митомас, Митомаш работа. Поэтому естественный процесс – это в первую очередь для себя создать систему бихмитажу кода, научить людей этой новой функциональной жизненной способности бихинвасантамашрбата и, соответственно, программировать свою систему на более функциональные, качественные состояния жизненной способности людей. Лихмитамасантамашрбата коды, лихмитамашрбата. Поэтому, естественно, в первую очередь, чтобы вас научить этим новым возможностям бихмитамашрбата, нужно изучить досконально свою функциональность базовой системы, кто есть вы. Лихмитамашрбата. В первых уроках, естественно, эти системы содержания имеют свои ресурсные фундаментальные формы знаний бихмитамашрбата. И, соответственно, применение этих фундаментальных знаний на уровне того, что вы имеете сейчас, номер квартиры, телефон, бихмашка, номер машины, все оцифровано, лихмитамашрбата, вы сможете естественным образом поменять. Даже вы пришли ко времени, когда лихмитамашрбата, понимая, на каком имени, фамилии и отчестве вы работаете, бихмашрбата, у вас законы по определению матричных программ будут даваться в таких условиях, что вы будете составлять себе имя. Бихмитамашрбата. Имена уже, естественно, будут новые приходить, вы будете их оцифровывать, митамашрбата, вы будете понимать, какое имя ребенку сразу закладывать на основе бихинамасантамашрбата. Соответственно, вы тут же содержание программной формы для людей, новых входящих в земные матричные работы бихмитамашрбата, вы уже будете улучшать структурное состояние, потому что вы умеете это делать уже сейчас. Бихмитамашрбата. То, что вы в своем времени, бихмитамашрбата, в эволюционном времени сможете перепрограммировать систему свою, обладая знаниями фундаментальных форм работы нового поколения бихинамашрбата, это абсолютно в матрице допустимой и уже начинает работать, и вы уже видите, что приходят новые имена бихмитамасантамашкана, что у вас приходят мысли заменить фамилию, заменить имя, либо дополнительно включить в основу лихмитамашрбата. Это естественный массовый процесс, который индексирует формы, трансформирует энергию из старых базовых основ на новые возможности. Поэтому эта матрица уже включена в бихинамасантамашрбата и, соответственно, даст свои показатели. Ученики, выпускники по высшему ЯА, которые на контракте получают от кураторов максимальное обеспечение, защиту и закрытие социальных программ. Какое будет обеспечение защиты от кураторов для мастеров по нумерологии нового времени? Лихмитамашрбата. Здесь будет свобода. Это самое главное. Бихинамасантамашакан. Когда вы можете любую ресурсную программу, любую форму энергии, бихмитамасантамашрбата, заактивировать на ресурсные показатели. Бихмитамашрбата. В первую очередь на своем опыте. Лихмитамасантамашрбата. Когда вы начнете изучать материализацию, вы поймете, почему, например, вы не можете одну и ту же энергию выгрузить и, соответственно, вывести на какие-то новые качественные уровни. Хотя вы стараетесь, хотя вы пытаетесь и осознаете, и новые инструменты применяете, а в квартире, например, определенной цифры живете. Бихмитамашрбата, где находитесь постоянно, где проживаете очень долгое время, естественно, вам сложнее выстроить ресурсное созидание бихмашрбата и выстроить новую ресурсную программную форму, потому что номер этой квартиры, он работает повседневно на вас, митамашрбашрбата. И бывает, естественно, это содержание цифры, оно отягощенное, бихмитамашрбашрбата. И есть способы, есть формы инструментов, которые помогают синдексировать бихмашрбашрбата. Эти индексы помогут поменять, например, либо синдексировать новую форму энергии, лихмитамашрбата. Но это, опять же, новый пакет знаний, который каждый человек должен обладать, чтобы помочь себе, чтобы бихмитамашрбата, цифры были качественным инструментом для интенсивной скоростной работы и, соответственно, бихмашрбата, создавали вам новые возможности и ресурсы. Какую роль несут мужчины-нумерологи? У мужчин лучше развита природная логика и аналитическое мышление. Значит ли это, что мужчина-нумеролог будут особенно успешны, цену в 4D? Лихмитамасантамашрбата. Здесь будут все успешны в работе, бихмитамасантамашрбата. У кого сознание работает активно в скорости, в глубине, соответственно, цифры не все могут рассчитать пока на этом времени, в этом этапе эволюции, бихинамасантамашрбата. Но знания как массово пойдут по масштабной форме, и, соответственно, кто-то должен быть первопроходцем, кто-то запустить эту роль в состоянии физических форм бихмитамасантамашрбата. Поэтому эта система особо актуальна. Почему я об этом глубоко проговариваю бихмитамашрбата? Потому что вы состоите из фундаментальных цифровых кодов бихмитамашрбата. Мы с вами достаточно эффективно работаем, но вы сейчас их записываете бихмитамашрбата, абсолютно не осознавая, что значит каждая цифра и как складывается код, хотя я вас к этому приучаю бихмитамасантамашрбата. И задача научить вам
вас тому, чтобы вы формировали себе программные формы и, соответственно, сотворяли в моменте. Бихмитом же больше бота, не теряя на это время, не теряя ресурсы энергетической потенциальной работы, не теряя возможности лет, даже десятилетий бихмита журботы, чтобы какие-то формы энергии проработать. Митом ашрбата, чтобы прийти к успешной программе, сразу, соответственно, зафиксировать свои показатели, собрать индекс работы, проанализировать, какие цифры у вас на сегодня бихмашрбата, от каких-то отойти, а какие-то заполнить. Митом ашрбата. И в этом будет максимально сейчас фундаментальная массовая работа бихмита ашрбата, чтобы вас вывести максимально ресурсные показатели бихмита ашрбата. А для чего? Для того, чтобы жизненная способность людей бихина масанта ашрбата вышла в созидательные формы от любви, от состояния чувственности бихина масанта мишкурбушрукурботы и, соответственно, вывела от вас источник программного обеспечения старого образца программ рихмита ашрбата, потому что с этими программами, с этими энергиями, которые вы ввели в свои формы, мишкурбушрукурботы, человеческое существо не развивается, оно деградирует, бита масанта машкан, соответственно, земля, естественно, истощает свои показатели с учетом вашей выработки бихмита курмушходы. Поэтому сейчас задача Вселенной выстроить на Гайе такую функциональную форму и, соответственно, запустить этот новый возможный процесс митом ашрбата, где вы сами творцы, где вы сами можете реализовывать любую эмоцию, любое желание, любые фундаментальные программы бихмита ашрбата, выстраивать свои матричные работы функциональные и бихина масанта мишкурбушрукурботы. И скоро настолько будет оцифрован мир, что тип одежды вы будете собирать через цифры бихмита ашрбата курбушрукурботы, что вся еда, которая вам представлена маточной работой, она зацифрована бихинмашрбота. И когда вы будете четко понимать, какая цифра, на какой роли бихмашкода имеет ценность в работе бихмитамашркада, естественно, вы сможете себе подобрать качественный функционал рихмитамасандумашрбота. Но чтобы подобрать себе качественный функционал, нужно изначально понимать, кто вы бихмашкана, на каких вы источниках работаете, какая ваша ведущая энергия рихмитамашркона, какая ваша базовая программа, за какими задачами пришли сюда бихмитакурмашрбота. Исходя из этих показатели, уже составить себе любую программную форму. Поэтому этому нужно научиться. Я учусь на курсе нумерологии «Хамелия», у меня годовалый ребенок. С какого возраста вы рекомендуете начинать рассказывать ребенку про цифры и обучать нумерологии по знаниям курса? Как это повлияет на его развитие, какие бонусы даст? Рихмитом асцента мишкурбота. Это будет входить в образовательную систему, и так же, как вспомните, вы в ясельках, в садах проходили, бихмашрбота и цифры учили, это абсолютная система нового времени, бихмитом ашрбата. Поэтому в учреждениях, в учебных, также в социальных программах это будет активно подаваться. Рихмитом ашрбата. Вы, как родители, уже изначально будете закладывать в имя, когда вы будете осознанно понимать, что вы составляете программу ребенку, бихмитом асцента мишкурбота. Каждое имя новое, оно несет свои функциональные истории. Рихмитом ашрбота. Старые имена, они уже не будут востребованы, потому что там другая вибрация по каждой букве работает, соответственно, по каждому слову. Рихмитом асцента мишкурбота. И здесь задача, естественно, через ваш осознанный уровень, как родителей, бихмитом асцента мишкурбота, выйти на показатели качества и, соответственно, сотворить новые возможные формы реализации. И в первую очередь, сразу для ребенка, сразу функционально заложить качественную программу. Рихмитом мишкурбота. При этом вы будете подготовлены. При этом многие сейчас бихинок мишкурбушрукурботы будут выводить материализации в основе. Например, вы имеете российские паспорта дихмитом асцента мишкурбушрукурботы, но вам будет предоставлено еще по маточной работе определенные коды, где вы сможете создать себе имя и, обретая новый паспорт другой страны, потому что эта матрица имеет место быть в новом формате, в развитии бихина асцента мишкурбота, и вы уже будете закладывать за счет этого имени другие параметры. Это абсолютная норма бихмита мишкурбота. Так же, как, например, в других странах двойное имя на сегодня у вас норма бихина мишкурбота, а где-то в матрице оно одно. Рихмитом ашрбата. И на сегодня эта успешная программа развивает свои события, и начинается эта форма, естественно, с именной формы, потому что это основа ваших заложенных параметров. Рихмитом асцента мишкурбата. И вы изначально уже, осознавая каждую цифру, вы ребенку сможете заложить программу на функционал системы качества. Бихмита ашрбата. Почему и дети четвертого поля, они более развиты, почему они более функциональны бихмашкам? Потому что вы изначально будете закладывать эти параметры по именам, по программам, соответственно, бихмашрбата. Как осознанные составляющие бихмашрбата, программной формы, соответственно, высвобождать. Лихмита ашрбата. Дальше социум будет поддерживать. Митмашрбата, потому что цифры не только фундаментальное изучение, как в школах, как вы это проходите,
отделе фундаментально по обучению Бихмит Шаббат, потому что это система обучения, которая бесконечного процесса Бихмиту Масентума Шаббата. И, казалось бы, Фибоначчи работает от 0 до 9, Бихмиту Масентума Шаббата 9 базовых цифр, но настолько многогранность этих цифр имеет свои формы, возможности, их нужно рассчитывать, их нужно понимать, Бихмиту Масентума, в какое время вступать, куда вступать, какие договора подписывать, какие именно давать, Бихмиту Масентума, это все цифры в основе. Поэтому самые основные показатели – это цифры и слова. Слова, естественно, произрастают из базовых цифр. Бихмит и Жикат, потому что каждая буква, естественно, имеет значение и также в цифровом ряде обозначена. Лихмашкан, чему мы с вами учимся и в чем вообще фундаментальная работа знаний Бихмит и Жикат – это выйти абсолютно на уровень нумерологии, на цифровые носители Бихмашкан, потому что мир становится новым и цифровым. Лихмит и Масентимин и Машрбат. И этот мир цифровой, Бихмит и Машрбат, вы на сегодня уже изучаете. Например, если Бихмит и Масентима Шаббата, вы оплачиваете какую-то покупку, вам приходит код. Бихмит и Масентима, он же не просто так приходит. Бихмит и Масентима, да, он подключает информационные программы, да, он вам создает материализацию, реализацию, например, продукты питания, либо одежду вы приобретаете, Бихмит и Масентима. Но когда вы это делаете, когда вы включаете эти коды Бихмит и Масентима, когда вы оплачиваете через эти цифры, у вас включается интенсивная энергетическая физическая работа. Потому что каждая цифра, которая попадает в ваш уровень программы, Бихмит и Масентима Шаббата, естественным образом несет обеспечение Бихмит и Масентима, но вы не осознаете этих процессов, Бихмит и Масентима. Но вы в моменте можете поменять этот код, дабы не проходить эту программу, дабы зафиксировать себе новые возможности и получить более интенсивную работу, Бихмит и Масентима. Но вы же этого не знаете, нужно проходить, получать знания, нужно понимать, для чего Бихмит и Масентима, с какими задачами, какие формы и, соответственно, свое привести на более качественные формы на моменте. Какие в целом качественные состояния бодхисаттвы закладываются в монадах и учитываются в следующих воплощениях у тех, кто будет успешным мастером по нумерологии в 4D? Насколько это благодатно скажется на монадической системе после закрытия воплощений? Бихмит и Масентима, естественно, это новый уровень воплощения. Бихмит и Масентима Масентима, естественно, все, что с вами на сегодня происходит, это ваша наработка статуса. Бихмит и Масентима Масентима. И многие осознают процесс только земной, Бихмашакада, а кто-то уже вышел на уровень того, что сознание выходит на другие уровни осознанного восприятия, и, соответственно, Бихмит и Масентима уже работают на показатели системы дальнейшего пути, не только земных программ, но и планетарных уровней в основе. Бихмит и Масентима Масентима. Естественно, чем выше вы берете поля по уровню осознанности, по восприятию, по скорости, глубине, Бихмит и Масентима, это отражает свои показатели на монаде. Бихмит и Масентима не только выстраивает качественную жизнь на Земле, но и уровень системы статуса монады, естественно, повышает свои ресурсы, показатели. Потому что чем больше вы нарабатываете опыта тонких полей в каждой программе матричной основы программ Бихмит и Масентима, тем больше у вас возможностей по реализации в моменте, соответственно, по реализации монадической системы в любых планетарных составах. Бихмит и Масентима Шаббата. И задача Бихмит и Масентима Шаббата, Бихмит и Масентима, задача функциональная Бихмит и Масентима Шаббата, научиться по-новому жизнеспособности Бихмит и Масентима Шаббата. Научиться не просто цифры использовать как базовые показатели, а научиться Бихмит и Масентима Шаббата использовать во благо своего поля и, соответственно, сотворять эти показатели для себя в качественный ресурс. Бихмит и Масентима Шаббата. Например, вы пьете чай, Бихмит и Масентима Шаббата, пьете чай ромашку, Бихмит и Масентима Шаббата. Вы даже не представляете, сколько вы через это наименование ромашка, Бихмит и Масентима, какие вы цифры заводите для того, чтобы синдексировать определенную форму энергии, Бихмит и Масентима. Формы энергии ведут к программам. Бихмит и Масентима. И чего бы вы ни косули, что бы вы ни кушали, например, какую-то траву в ежедневной форме, Бихмит и Масентима Шаббата, просто салатная трава, Бихмит и Масентима, она исключает параметры состояния. Бихмит и Масентима Шаббата. И здесь важно в чем? Бихмит и Масентима. Если вы вкушаете какую-то траву, и эта трава несет определенную цифру, вы запускаете этот энергопотенциал на весь день. Бихмит и Масентима на суточную норму. Бихмит и Масентима Шаббата. А трава бывает разная, она бывает разной функциональной системы отрабатывает. И состояние ДНК растений, все, что вы живое вкушаете, Бихмит Масентима, точно так же вам запускает эти процессы. Бихмит Масентима, питье, еда, Бихмит Масентима Шаббата, все, что живое, все, что через ДНК работает. Бихмит Масентима Шаббата. Также составляющая системы программ, которые вы выходите и находите в своих полях, Бихмит Масентима, через слова. Бихмит Масентима, каждое слово имеет, естественно, букву. Бихмит Масентима, каждая буква имеет соответствующую цифру, Бихмит Масентима Шаббата. И когда вы говорите слово безосознанно, вы включаете определенную энергию на цифры и, соответственно, вы задаете параметры дня.
мы этому шукали. И именно сейчас мы этому же работаем. Эти формы, состояние активности, работы, возможности нужно понимать. Мы тоже работаем, потому что вы работаете безосознанно, и вы работаете как бы как, бихмит уже больше работает. На самом деле это колоссальная возможность изменить свои формы, качественную основу. Бихин мастер мишкармашрубада. И это абсолютно просто. И вам сейчас может ум подсказывать о том, что бихин мастер рубада, это же нужно считать, это нужно индексировать. Когда вы выходите в поток, и когда вы поучаетесь этим новым формам работы, это становится легко. Бихмашкан. Просто нужно пройти этот период, нужно познать фундаментальные базы знаний бихмита в руку работы, включить свои программные формы, и, соответственно, это уже становится автономией, потому что это база нового поколения программ, это инструмент новых возможностей. Рихмит Машикан, коль вы попали в это время, когда ваша задача перейти из старых базовых показателей в новые формы, соответственно, бихмит Машикан, выйти в новые ресурсные возможные составления бихмашкан в программы, в энергосодержание, и вы можете при этом бихинам асантимишкан активировать эти возможные настройки, естественно, это ваш качественный результат. Рихмит Машикан, поэтому я настоятельно вам рекомендую проходить этот опыт бихмашкан, потому что загрузки идут очень быстрые. Бихин Масанта Машварбата. Как вы, например, обращаетесь друг к другу? Бихмит Машварбас Рубота. Как вы называете детей? Бихин Масанта Машкан в каждом дневном активе. Бихин Курмашварбас Рубота Масарбата. С каким вы именем подходите к своему ребенку, к своему мужу на работе? Рихмит Масанта Машварбата. Вы включаете энергосодержание на том потенциальном слове, которое в кодовой системе в определении цифр включает вашу работу. Бихин Масарбата. Многие ходят на работу и нехотя ходят туда. Рихмит Масанта Машварбата. Отрабатывают деструктивные составляющие, но идут все равно туда, потому что эти цифры работают. Мит Машрубат, потому что вы начальника называете именно так, потому что вы обращаетесь друг к другу именно так. Мих Машкана, когда вы будете понимать, как обращаться и уметь в основе этот расчет, который функционально, качественно помогает вам через имя даже прорабатывать, это фундаментальная система, которую вы каждый день употребляете. Например, я, Бихин Машакрабашарбат. Вы не представляете, сколько раз вы употребляете я. Рихмит уже работает. И когда вы употребляете я, это цифра Бихин Курмашрубота, цифра гармонии. Рихмит Масантимин Машакурбашарбат. Мощная цифра сама по себе. Вы включаете эту гармонию постоянно, поэтому вы я в каждом дне употребляете, применяете. Бихмит Машарбат. Вы балансируете себя. Чем больше вы этого проговариваете, а вы безосознанно это делаете, бихмит Машрубота, тем, естественно, вы больше включаете гармонию. Поэтому здесь вся функционально возможность слов и действий бихмит Машрубота, цифровых элементов, особо играет важную роль в качестве, в глубине и в познании. Рихмит Машрубота. Поэтому настоятельно рекомендую вам изучать эти формы новых взаимодействий бихмит Машрубота, потому что возможности у человека на сегодня есть, которые помогают, которые бихмит Машрубота, рубош рубота, трансформируют энергию одну за другой и в скорости, в глубине бихмат машрубашрубата и меняют ваше состояние в моменте. Рихмит машрубашрубашрубашрубата. И вы видите, что мир безгранично меняется и в скорости, и в глубине, и в новых программах рихмит машрубата. А буквально на следующий год Митума Шурбошкорбот система будет абсолютно вся зацифрована. Рихмитума Сантимитума Шурбат. И вас сейчас подводят к этим показателям, поэтому в социальном модуле, например, госуслуги Бихинума Сантима Шурбат, например, меняются карты Бихмитума Шурбошкорбот Шурбот. По-другому уже система модернизирует ваши регистрационные формы Бихмитума Шурбат. Вам уже выделяются коды, вас уже настраивают по-другому. Вы уже получаете эти номера Бихмитума Шурбот. И в скором времени это будет обязательная система, потому что цифры работают. Какие вы коды получите, как вы синтаксируете, как вы QR-коды будете применять, потому что они сейчас массово работают. От этого зависит ваша история, жизнеспособности. Потому что каждая цифра, приходящая в моменте, в моменте приходит масса цифровых модулей, имеет колоссальное значение. Изучайте. Это новые возможности, это глубина познания себя, это глубина сотворения себя, своего мира, своего поля. Потому что все, что в этом мире выстроено, это абсолют. Абсолют работает из значения Фибоначчи. Бихмашрубат работает по сакральной геометрии, которая в определении имеет свое значение цифровое, бихмашакана расчетное, чтобы существовал этот мир, чтобы существовали эти матричные программы, чтобы существовала энергия в этих программах. И, соответственно, задают свои параметры на основе.
Почему на пластиковых картах уже нет цифровых кодов? Бихина Масын Тумашубот. Потому что идет пересмена системы ресурсов. Михмит Ижукат, заметьте, сейчас цифровые карты в цвете в определенном, они в разных цветах приходят, это тоже имеет свою значимость. Они приходят с разными составами. Бихмит Ижукат, каждый банковские структуры имеет свой код взаимодействия и начинаются с определенных цифр и заканчиваются тоже. Лихмит Масын Тумашубат. В какой своей структуре пойдете в Сбербанк либо в Альфа? Бихина Масын Тумашубат. Здесь будет осознанный подход. Где вы хотите какую структурную форму вырабатывать на состоянии? Бихмит Ижукат, потому что они разные по структуре. Если вы попадаете в Сберк, у вас одна структура. Бихмит Ижукат, вы сможете рассчитать, какие формы энергии работают, на каком условии там будете задерживаться на годы. Лихмит Масын Тумашубат, если вы рассчитаете другую структуру, которая функционально по вашим цифрам работает, соответственно, вы будете в содержании, у вас финансовая энергия будет более эффективна. Бихмит Ижукат, но эти расчеты нужно знать, их нужно понимать и осознавать. Лихмит Масын Тумашубат, итак, каждый шаг. Михина Масын Тумашубат, например, вы устраиваетесь на работу. Лихмит Масын Тумашубат, в какое время вы приходите туда, особое значение имеет, по какому адресу вы индексируете эту форму. А вы можете адрес другой синдексировать, на, например, на собеседование, и время другое поставить, чтобы у вас индекс по-другому заработал, соответственно, вам в качественный ресурс воспроизвел. Лихмит Масын Тумашубат. И вот это называется осознанным состоянием, работой цифровым миром Бихмит Курмош Ижукат, который на сегодня абсолютно несет обеспеченную форму Бихмит Масын на новом уровне сознания. И здесь очень важно именно в этом времени подключиться и, соответственно, сотворить себя нового. Так, Альфа-банк или А-банк использует желтые и зеленые карты. Бихмит Масын Тумашубат. Сейчас очень будет активно преобладать желтый и зеленый цвет. Вообще по определению посмотрите внимательно, какие цифры заложены. Они самые эффективные в желтом и зеленом свете. Это финансовые структурные цвета. Бихмит Масын Тумашубат. Очень много нулей по начальной форме в системе карт на новом времени записано Бихмит Ижукат, потому что обнуляются все старые базовые программы. И затем заходит в новый ресурс, поэтому бихмит-ижукат-работы нули есть, их не избежать, потому что на сегодня это прииндексационная система бихмит-ижукат-работы. Вопрос, какие цифры дальше идут за нулями бихмит-ижукат-работы, вот эту систему вам нужно изучить. И мало того, что у вас будет такая система представлена, что вы цифры сами будете собирать, бихмит-ижукат-работы, поэтому сейчас такая возможность, изучив, собрать бихмит-ижукат-работы в тот же уровень системы ID-кода, который в скором времени уже приобретает свою стать и в одной стране уже есть, бихмит-ижукат-работы. Это ID-код уже включен в работу. И там, где базовая система, документ оборота всего, Бихмит Ижукат-работы, ваши все регистрационные данные, ваши телефоны, паспортные данные включены, Бихмит Масын Тумашубат-работы. И вы сейчас уже закладываете на новую форму эти базовые программы по этим картам и носителям, по этим ID-кодам. Бихмит Масын Тумашубат-работы. Но это же система будущего. Вы сейчас закладываете то, что вы, Бихмит Масын Тумашубат-работы, будете отрабатывать всю жизнь. Но если вы сейчас придете к цифрам осознанно, то есть вы осознаете цифры. Например, я вам сегодня скажу цифру 369, вы ее завтра будете везде осознавать и видеть. Лихмит Ижукат, потому что вы осознали эту цифру, вы получили осознанный результат, вы получили знания, и она будет проявляться в пространстве. Лихмит Ижукат, когда вы цифры будете изучать, точно таким же образом они будут в пространстве выявляться, и вы на этих базах уже будете составлять себе результат. В Германии есть такой код. Бихмит Ижукат, абсолютно верно, уже матрица работает. Про биткоин скажите, будет ли еще падение? Бихмит Ижукат, совсем незначительное, но дальше будет активный рост. Бихмит Ижукат, сейчас переиндексация программы уже переходит на новый этап, и, соответственно, структуризация дает новые возможности роста, и Бихмит Ижукат, и к осени будет рост. И Масын Тумашубат, и я вам хочу дать кодовый носитель Бихмит Масын Тумашубат, и Бихмит Масын Тумашубат, который даст вам возможность рассчитывать цифры. Бихмит Масын Тумашубат, рассчитывать цифры, то, что с вами происходит. Потому что, например, вы безосознанно видите в постоянное время 11-11, либо 12-12, либо 22-22, Бихмит Ижукат. Вы видите, фиксируя эту основу, вы понимаете, что это цифры Бихмит Ижукат, но там заложена настолько активная глубина Бихмит Ижукат, потому что это матричная работа. И коль вы увидели, коль вы осознали, соответственно, вы зафиксировали эту программу, включили Бихмит Ижукат. Поэтому здесь очень важно понимать, осознавать каждую цифру, которая приходит в ваше поле. В видение, в чувствование Бихмит Ижукат, в проявленность, в действие в основе, потому что вы проживаете в этом Бихмит Ижукат, мир построен на цифрах всецельно у вас. Так, какие еще есть вопросики? Код на покупку дома, какой лучше вводить? Бихмит Масын Тумашубат, Ижукат. Этому я тоже вас буду учить. Продать, купить, Бихмит Масын Тумашубат. Но здесь зависит от вашей цифры, основной, фундаментальной. Поэтому здесь нужен определенный расчет.
можно ли зайти на любую ступень обучения? Бихмиты Машакады, пока да. Бихмиты Жукоды, пока время позволяет для того, чтобы синдексировать формы и включиться в работу. Но чем дальше, тем вы видите, мы более интенсивно идем. Бихмиты Жукоды. И прошлая программа уже у многих создала вопросы, потому что Бихмашарбата достаточно глубокие фундаментальные сонастройки. Поэтому Бихина Масанта Машакады здесь очень важно осознавать. Бихина Курмашакода, уровень активности работы во времени и в глубине своих сонастроек. Для того, чтобы осознавать цифровой мир в ресурсе временной возможности Бихмит Мишукана, чтобы цифры вам более интенсивно встречались, потому что каждый продукт абсолютно задействован. Бихмит Мишукана, каждая система вашего проживания каждого дня абсолютно задействована. Ни одного нет дома Бихмит Мишукана без цифры. Ни одного нет дома, где вы проживаете без улицы, это кодовый носитель, опять же, цифры. Бихмит Мишукана, поэтому система, в которой вы находитесь, вы должны понимать, почему у вас такая жизнь. Рихмита Жукада. И многие не понимают, почему вы не можете совершенно быть в программах, потому что у вас базовые цифры, земное поле держит по основе Бихина Машарбата. И когда вы начнете активировать эту возможность Мита Машарбата, вы придете к тем показателям, что все можно менять. Мита Машарбата, менять свои поля, менять осознанное восприятие. Если вы осознаете цифру, она по-другому работает для вас. Рихмита Масантими Жарбата. Кодовый носитель для того, чтобы рассчитывать фундаментально матричные программы, чтобы цифры вам были ярким Бихину Курмашаркоды проявлением, чтобы они акцентировали внимание уже на сегодня, потому что уже пора включить эту программу. Лихмиту Масанта Машаркоды, 220 уже Курбу Санта Машаркоды, поэтому обязательно создавайте себе знания любой формы, то, что к вам приходит сегодня по цифрам Бихину Машарбата. Естественно, базовая программа делится на разные энергосодержания Бихину Курмашаркоды, и, соответственно, вспомните, например, астрологию, нумерологию 3D-формата Бихмиты Жарбаты. Это тоже информационные поля, они тоже работали на определенной вибрации. Просто сейчас вибрация людей другая. Бихмашкана сознание работает на других формах сонастройки и полях. Рихмиты Масантимина Машрбата. И, соответственно, на новом уровне осознанности Бихмита Журбошхода по-другому и состояние функционально, фундаментально жизнеспособности приходит к новым истокам. Рихмиты Масантимина Машрбата. В первую очередь изучите себя, Бихмашрбата. Изучите своих детей, изучите имена своих детей, своих партнеров. Бихмашрбат, начните с себя. Рихмиты Масантимина Машрбата. Даже ребенок, попадая к учителю, вы сразу поймете, особенно в начальном классе, когда закладываются параметры форм Бихмита Жарбата, что вашего ребенка будет заложено через этого учителя по фундаментальному имени. Рихмита Масамашкада. И какие вы показатели получите от тех знаний, которые этот учитель выводит на базе. Рихмита Масамашамада. Потому что это все заложено в показателях сразу изначально по программе. В какой сад пришел, кто преподаватель Бихмита Жарбата, какие источники фундаментальные, как учитель называет ребенка, как вы называете его дома. Лихмиты Масантимина Машурбошурбошурбошурбота. И, например, вы называете тремя именами своего ребенка, либо своего мужа, Бихин Машурбата. А мужа не все, например, по имени называют, а какими-то другими псевдонимами, именами Бихин Машурбошурбошурбота. Это тоже несет свою роль. Лихмиты Машурбата. Например, в парах очень активно, например, вы называете папа-мама друг друга, Бихин Масантимашурбата. Так вы взращиваете эту энергию, Бихин Машурбошурбота. Но вы никто не задумываетесь, Бихин Машурбата, что вы взращиваете показатель слова, Бихин Масантимидали Машурбата. Вам кажется, что просто слова. И вы взращиваете ту энергию, которая на папе и маме работает. А вы партнеры, а вы хотите получить любовь. Михина Масанта Машрбата. И, соответственно, нет глубины, нет познания, люди не доходят до результата качества и, соответственно, расходятся. Потому что фундаментально работает папа-мама в содержании сексуальной энергии и в чувственных состояниях Михмашкана в осознанном восприятии Лихмита Машрукана. Поэтому закладывайте параметры глубины сразу поначалу. По любым действиям Бихмита Журбота, по любым возможностям. Это основа. Да, Мася, Зайка, Солнышко. Есть такая история, да. Поэтому тут надо понимать, если солнышко, то какая цифра работает. Ну что, вот такая у нас информация. Смотрите за расписанием, еще не поздно как бы зайти на курс нумерологии, потому что это такая тема продолжительная, но азы сейчас проходим, поэтому это очень важно. Я считаю, это очень глубокая тема, и изучаю, и смотрю, как это работает. Если, например, ребенка называю одним именем, он, если другим, он даже выравнивается, он по-другому себя ведет, и это вообще в моменте проявляется. Поэтому здесь очень важно осознавать процесс, как мы кого называем, с какой мы цифрой работаем, и кто мы такие вообще по своим цифрам в этом жизненном пути, как базовая основа, как основа жизненного проживания, изначально то, что нам дано. Всем рибаса и до новых встреч. Добро пожаловать на новые знания.